Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня монтируем теплицу «Легенда номер 1» 3М. 3 на 6 разгрузились. Будем начинать. Потом еще душ. Метр на 2 на 3. Все, приступаем. Продолжаем монтаж. Собрали каркас. Обшили торцы. Все на брусе закрепили. Уголочек еще один поставить. Сейчас будем еще душ собирать потихоньку. Закончили монтаж теплицы и душевой кабинки. Душевая кабинка 1 на 2 метра в длину и 3 метра в высоту. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы. Полимерно-порошковым способом окрас. Значит, в душевой кабинке установлен бак на 250 литров с подогревом. Душевой набор. Лейка. Душевая стойка. Лейка дополнительно в комплекте с баком, кран. Значит, повешали вешалки для полотенец. Есть еще крючки. Клиент попросил мне прикручивать. Шторка, мыльница. Трактор сколочен из бруска 30 на 40. Собрали его, и он будет съемный. Основание. Брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Также якоря в землю. Забито, все закреплено. Теплица «Легенда 3М», 3 метра в ширину, в длину 6 метров. Также сварена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 40 на 40 и 20 на 40. Основание. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Значит, с этого торца дверь с форточкой, дальний торец форточка. Теплица окрашена полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Значит, из дополнительного оборудования также якоря в землю закреплены полностью. Теплица мертво стоит в земле. Значит, форточные блоки, две пары на термоприводах. Термопривода сняли на зиму. Система подвязки, 4 нитки. Значит, укосины для большей жесткости конструкции. Поликарбонат 4 миллиметра 0,7 плотности. Все. Обрамление уголочки, отливы. Над дверями отливы. Все красиво, надежно, мощно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!